Ну что, всем огромный привет, мои хорошие мамалыженки, гуденотики. Сегодня у нас видео будет о согревающих ароматах на холода. У нас уже неделю сохраняется градус 0, просто 0 градусов. Вот, поэтому мы тут с собачкой маленькой согреваемся как можем. Кошечка тут, правда, за кадром, я ее сейчас не могу взять вам показать, но вы просто верьте, что она тоже за кадром мониторит. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, а то эти маленькие мормышки уедут в детский дом. Греться уже там, в обоссанных пеленках. Да? Вот поэтому ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы эти ребенки оставались в семье. Для нас главное, для органов опеки, чтобы ребенок оставался в семье, да. Поэтому обязательно ставим лайки. Вот, и, короче, у меня включился режим согревания за счет ароматов. Кстати, такая классная картинка, надо так часто снимать. Я еще так свет классно выставил. У меня тут софтбокс. Вот так вот, наверное, да? Вот. Согреваю за счет ароматов. Вот так вот. У нас сейчас что вообще? Вот что сейчас считается? Осень? Поздняя осень? Или уже начало зимы? Вот непонятно, как назвать видео. Наверное, на позднюю осень будут ароматы, на первые холода. 0 градусов, уже даже снег шел. Поэтому, ну, давайте начинать. Короче, мои любимые ароматы для согревания. Тут они практически все цветочно-ванильные, кстати. Ой, первый аромат, я его вам очень редко почему-то показываю. Это аромат для богачек. Это Parfum de Marly Safanat. Очень, конечно, дорогой, очень красивый. Такой вот здесь, знаете, флакон в стиле рококо, барокко. Такая вот здесь, знаете, витиеватый такой вот флакон с картиной, как будто, с рамкой. И такая шикарная кисточка. Ну, просто красота. Я им просто обожаю пользоваться. И ужасный бриллиантик, видите? В серединке, как у амуажей. Я им обожаю пользоваться вообще, когда холодно. И именно, знаете, вот на свитера он хорошо заходит. На свитера и на кожу. На кожу на свою, на свитера не свои. Как это сказать? Короче, он супер-пупер белоцветочный и супер-пупер ванильный. То есть, знаете, сладкий-сладкий, цветочный-цветочный. Тут, наверное, знаете, солирующая нота – это жасмин. И жасминовый спектр, который вот вы наносите его, и вас просто погружают в согревающее теплое облачко. Облачко вашей в облачке. То есть погрузите свое в облачко, в это облачко. То есть, знаете, он нереально стойкий, конечно, он нереально шлейфовый. Там духан просто на 2 километра. То есть все животные просто разбегаются в ужасе. Ну, хотя на самом деле нет, его любят. Даже животики мои, они прям прилинают. Вот. Иногда, кстати, знаете, наношу парфюмки на кошечку. Наношу вот когда на запястье и вот так вот по кошечке делаю. Тогда кошечка тоже приятно пахнет. Ну, короче, как-то вот так вот и спасаюсь. И он, знаете, он вот прям очень уютный. Он очень уютную атмосферу передает, поддерживает эту атмосферу. Очень красивый, уютный, добротный. Ну, я знаю, многие из вас любят Safanat. Кто не пробовал, обязательно пробуйте. Сейчас просто погода для Safanat'а. Следующий аромат. Тоже давайте из этой же категории. Тоже я вам его редко показываю. Это Dior Hypnotic Poison. И постоянно он у нас вот появляется ближе к зиме, ближе вот в поздней осенью, заметьте. Hypnotic Poison. Тут очень интересная пирамида. Ваниль, мандарин, жасмин, самбак. То есть, вот знаете, именно вот это вот сочетание ванили, мандарина и жасмина, оно очень такое, знаете, уютно новогоднее. И также вот этот вот ядик, так красиво в нем розовая гирлянда отображается. Этот ядик, собачка, хватит тут прыгать. Ядик этот очень хорошо подходит на холода, потому что, знаете, мандарин прибавляет такую вот легкую кислинку. Жасмин такой, вот знаете, нота цветочка всегда нужна в парфюмках. А ваниль как раз-таки согревает. Ваниль и мандарин.
Понюхай. Видите? Ей тоже нравится. Нюхни. Видите, она даже не фукает, даже на язычок хочет. То есть это тоже собачка также говорит, что это очень уютно, что это очень подходит даже вот под Новый год. Но на Новый год, знаете, я люблю также Dior носить, но только этот, классический пуазон. А вот этот вот прям, знаете, вот на холода, вечером, для себя, для уютов. Я его, кстати, никогда практически не ношу в общество. Вот, то есть он такой немножко личный. Да, в принципе, как и все ароматы, вот, которые сегодня будут, они больше для себя, для дома, для собственного такого вот спокойствия. Следующий аромат, давайте, также будет Dior. Это мисс Dior 2017 года миска. Такой вот здесь флакончик. Вот, и уже не первый раз говорю, вот мое удивление, что вот этот вот бантик, он металлический. То есть это прям вообще нечто. Как всегда, первый занюх у нас собачки. Нравится? Не очень. Это ей не очень нравится. Тут вот такая вот роза, знаете, очень-очень мощная роза. И эта роза настолько напоминает ваниль, она сладкая, гиперпролинешная, очень пудровая, очень настойчивая, насыщенная. Но потом вот она расходится, знаете, и начинает прям уютить. То есть это роза, которая глючит на ваниль. То есть есть вот много роз. Некоторые розы, ну часто, кстати, некоторые розы глючат в пион. А вот некоторые розы, они глючат в ваниль и в пролине. Вот это вот та самая роза. И, кстати, мисс Диорки, это вот одни из тех ароматов, которые очень часто видоизменяются. То есть у меня очень много винтажных версий, у меня современные духи, и они все звучат по-разному. Но вот я вам рекомендую окунуться в этот мир мисс Диор, вот, и найти для себя свою. А вот это вот, Eau de Parfum, кстати, она прям, вот знаете, для согревания. То есть насыщенная, женственная, гиперпомадная, гипертрофированная. Супер ванильная, теплая роза, супер кайф. Вот, кстати, я тут буду скоро также уютить. Буду создавать, короче, фотоальбом, прикиньте. То ли я постарел, то ли еще что-то. Буду делать фотоальбом. Вот, прям распечатаю фотки. Слава богу, у меня появился цветной принтер, на котором можно фотки печатать. Вот, распечатаю кучу фоток. И думаю, под Новый год, как старая бабка, буду перелистывать вам фотоальбом. Если хотите, могу вам тоже потом снять видео, показать. Следующий аромат от моего любимейшего бренда. От моей знакомой уже по переписке. От бренда Неглиже. Это Smoky Dark Vanilla. Я все ждал, когда же он мне зайдет. Это Неглижешка. Такой вот здесь вот флакон. Вот такой вот флакончик рифленый. Момент АСМР. О, рифленый флакончик. Такая, смотрите. То есть тут вообще звук должен быть. Вот такой. Кто там пишет? Ой, вот такой прям. Поняли? Я обожаю этот звук, как будто вырвали анальную пробку из какой-то провинившейся сучки. Сучку наказали. Вот, и вот это вот Smoky Dark Vanilla. О, какой красивый. Вот знаете, тут вот, как это сказать, мазутная такая вот ваниль. Машинное масло проехалось по ванильному полю. То есть машинное масло разлилось, и в нем такие вот облака из такой вот, ну, я бы сказал, мускулинная такая вот ваниль, знаете, такая вот со своим нравом. И вот я когда им пшикался, где-то позавчера, он так хорошо мне зашел на вечер, то есть, знаете, как такой вот супер дорогой коньяк. Знаете, эффект коньяка согревать. Добавлять такую нотку благородства, благородный отдых. И он также вот как-то... Тут, кстати, есть бальзамы какие-то алкогольные в пирамиде, как я помню. И он прям вот создал такое вот ощущение такого вот благородного какого-то
вальяжного отдыха. Кайф, кайф, рекомендую. Кто не знаком с неглиже, быстро все знакомимся. И последний аромат на сегодня, это также моя согревашка. Согревашка-мотивашка. Это Lalique Le Parfum. Вот. Такая вот сотка у меня. Ну, начнем с того, то, что флакон просто произведение искусства. Тут матовая тетя, тут такие вот кисточки. Такой вот шикарнейший флакон, очень красивый. Ну и аромат соответствует полностью флакону. Это просто нежный кайф. Ваниль, лавровый лист, мягчайшие специи. Возможно, тут есть даже белый перец. Вот какой-то такой, знаете, очень тонкий, очень томный, женственный, согревающий. И такой вот прям супер-пупер уютный. То есть тут вот этот лавр, лавр-мавр, именно вот как-то придомашнивает, что ли. Также я не понимаю, кто его носит вот в люди. Мне кажется, это все-таки аромат для себя. Потому что он такой вот тягучий, томный, обаятельный, домашний, уютный. В люди его, мне кажется, как-то жадно носить. Надо это оставить для себя, такую красотулю. Очень нравится, вот поливаюсь тоже им. Поэтому рекомендуйте ваши ароматы на первые холода, чем вы там согреваетесь, чем вы делаете такую вальяжную обстановку, с чем вы пьете какао, чай, кофе с какао, чем вы согреваетесь. Ведь ароматы не только для того, чтобы увеселять, но и для того, чтобы приуючивать. Поэтому приютите мне в комментах, напишите, чем вы согреваетесь. Поэтому лавки, лавки, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте инсту, телегу и все-все-все. Давайте с наступлением вам зимы. До новых встреч. Пока-пока.